нами молитва, я буду читать из Слова Божьего, читаю хорошо нам известное место из Священного Писания, это Евангелие от Матфея, 13 глава, буду читать выборочно, это притча о сеятеле, хорошо нам известная притча о сеятеле, прочитаю саму притчу, и как Иисус Христос истолковал это слово для своих учеников. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 3 по 9 стихи. «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда уже взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод одного 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И дальше с 18 стиха Иисус истолковывает значение этой притчи для своих учеников. Это же самая глава с 18 стиха. «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. Обратите внимание, что не просто любое слово проповедуется. Сеятель, он сеет или проповедует определенное слово. Он сеет и проповедует слово о Царстве Божьем или о Царстве Небесном. И когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Иисус Христос, он много говорил об этом Царстве Божьем или Царстве Небесном. И знаете, друзья мои, мы немножко знаем и понимаем, что есть такое Царство Божие или Царство Небесное. Во-первых, хочу обратить внимание на то, что написано, Христос говорит, что оно не приходит приметным образом. В другом месте написано, что Царство Божие внутри вас есть. Но есть определенные признаки, когда Царствие Божие, оно близко. Я хочу обратиться к Евангелию от Матфея, к 10 главе. Это когда Христос посылает на проповедь своих учеников, 7 стиха. Он говорит им такие слова: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». И вот как они должны узнать, вот те люди, которые слышали проповедь Иисуса Христа, как они должны узнать, что действительно к ним приблизилось Царство Небесное, или другими словами, что Царство Небесное действительно есть близко. Смотрите, какие признаки. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Вот есть признаки того, что Царствие Божие, оно что сделало? Приблизилось или близко? Когда оно близко? Когда совершается все то, о чем написано в этом месте Священного Писания, когда исцеляются больные, когда прокаженные очищаются, когда мертвые воскрешаются, когда изгоняются бесы. Это есть признак того, что Царство Небесное, оно что? Приблизилось. И вот таким образом Иисус Христос, он проповедовал Евангелие Царствия. Он проповедовал именно таким образом. Он возвещал это Евангелие Царствия и говорит: смотрите, вот оно приблизилось. Почему оно приблизилось? Потому что больные выздоравливаются. Почему оно приблизилось? Потому что мертвые восстают из мертвых. Почему оно близко? Потому что бесы выходят, бесы изгоняются. Оно близко, это Царствие Божие. Есть вот эти признаки близости Царствия Господня. И, братья и сестры, обратите внимание, если вот среди нашего времени, в нашем времени или в нашем поколении,
где происходят вот такие движения или события, будьте уверены, что вот Царство Небесное там к людям что сделало? Приблизилось. И вот верующие люди, христиане, они любят это. И где-то только пошел слух о том, что есть какое-то движение, сразу туда верующие люди что делают? Двигаются. Почему? Потому что они тоже хотят получить вот это благословение. Они тоже хотят пережить близость Царствия Божия. Но в другом месте написано, что Царствие Божие, оно где? Внутри вас есть. И Царствие Божие – это есть определенное состояние. Какое это есть состояние? Это есть праведность, мир и радость во Святом Духе. И вот когда мы читаем эти места Священного Писания, мы должны понимать, что это не говорится о каких-то отвлеченных вещах. Это говорится как вполне конкретное положение или состояние, которое верующий человек, он может переживать во внутренности своей. Вот когда мы переживаем состояние праведности, что это есть состояние праведности? Мы знаем положение человека, вот мы живем на этой земле, мы знаем, что у нас постоянно происходит мыслительный процесс. Мы знаем, написано в Писании, написано, что мысли одни оправдывают, другие мысли осуждают нас. Знакомо вам такое положение или нет? Когда есть осуждение, оправдание. Ну вот приходит такое состояние, что нету вот этого осуждения. Нету этого оправдания, нету этой борьбы мысленной. Но у тебя есть состояние праведности, ты праведный. Почему? Потому что ты оправданный. Почему ты оправданный? Потому что кровью Христа ты оправданный. Почему ты оправданный? Потому что ты пребываешь в Его праведности. Ты стараешься не согрешать. И вот это состояние праведности, когда нету никакого осуждения, когда ты не переживаешь во внутренности своей, в совести своей, в духе своем, никакого осуждения, ты пребываешь вот этой праведности. Это тоже есть один из признаков того, что Царство Небесное или Царство Божие внутри тебя находится. Второй признак – это есть мир, состояние мира. Переживали вы такое состояние мира, когда ты находишься в абсолютном спокойствии? Я переживал многократно в жизни своей, даже иногда в таком положении, в состоянии такого умиротворения и мира, и ты понимаешь, что это мир не от того, что ты себя каким-то образом настроил, это мир не из-за того, что ты себе что-то внушил, но это действительно мир из-за того, что Царство Божье пребывает во внутренности твоей. И в состоянии вот такого умиротворения, покоя или мира даже не хочется ни о чем просить и молиться, потому что ты понимаешь и сознаешь, что все, что тебе нужно, Господь тебе дает. Что Он знает о твоем существовании, Он знает нужды твои, переживания твои, проблемы твои. Он видит тебя, и Он наполняет тебя своим миром, мир Его наполняет внутренность твою. Это есть второй признак того, что Царство Божие пребывает во внутренности. И третий признак – это есть радость во Святом Духе. Чувство радости, оно знакомо нам, человекам, потому что мы радуемся по различным поводам. Что-то получилось – мы радуемся, где-то прибыль получили – радуемся, еще что-то – радуемся. Но это есть радость не от того, что у тебя что-то происходит в материальном мире. Это есть радость от Святого Духа. И вот эти признаки – мир, праведность, мир – и радость во Святом Духе, они говорят о том, что Царство Божье ныне пребывает во внутренности твоей. И если Царство Божье ныне пребывает во внутренности твоей, значит, оно очень близко к тебе. Как же оно может еще более приблизиться, если оно приблизилось таким образом, что вошло во внутренность твою? Где еще может быть какое приближение? Как может еще одно приблизиться? И вот в таком состоянии праведности, отсутствия полностью всех как бы обвинений, осуждений, мира, который наполняет внутренность, и радость во Святом Духе, я верю, что именно в таком положении, в
таком состоянии все то может исполняться, о чем говорил Иисус Христос, что больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Почему? По одной причине, что Царствие Божие, оно очень близко. И вот, друзья мои, когда Иисус Христос, Он говорит эту притчу о сеятеле, обратите внимание, что именно что противодействие происходит в той области, где именно сеется вот это слово или проповедуется вот это слово о Царстве Небесном. И я хочу указать, как бы смысл, основной смысл моей проповеди, есть как бы три барьера или три препятствия, которые не дают Царствию Божию вполне открыться в нас. Первый барьер или первое препятствие, как здесь написано, ко всякому же слушающему слово о Царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Естественно, там, где есть какие-то духовные действия, там есть и духовное что? Противодействие. И мы знаем, от кого исходит это духовное противодействие. Это духовное противодействие исходит от кого? От лукавого, который старается что сделать? Похитить это слово, чтобы люди не услышали это слово о Царствии. И когда я говорю о том, чтобы люди не услышали слово о Царствии, конечно, мы можем и должны слушать проповедников. Конечно, мы должны слышать то и слушать то, что нам как бы возвещается с этого места, что прочитывается из книги священной, из Библии. Но с этим всем, что мы слушаем эти слова, самое важное – это действительно услышать слово о Царствии. За этими словами, которые проповедуются, или в этих словах, которые возвещаются, очень важно услышать слово о Царстве. Это есть то слово, которое во внутренность твою проговорит или положит сам Господь. И вот когда мы спрашиваем людей, которые или вышли на покаяние, или получили в молитве какое-то, или исцеление, вот спрашиваешь, а как же это было? И он говорит, в какой-то момент я услышал, в какой-то момент я почувствовал, что мне нужно выйти наперед. У меня появилось вот это желание, чтобы братья за меня помолились, елеем помазали, еще что-то сделали. У меня есть желание, появилось желание покаяться. Он услышал, этот человек, слово о Царствии Божьем. И никто не может сказать, в какой определенный момент времени это случилось. Я вспоминаю такое свидетельство, что жена верующая на собрание привела мужа неверующего. И она очень хотела, чтобы муж неверующий, он покаялся. И она очень ожидала о том, что когда братья выйдут за кафедру, они, знаете, будут так воодушевленно и пламенно проповедовать и призывать человека к покаянию. Но вышел один браток и начал читать: «Авраам служил Богу. Исаак служил Богу, Яков служил Богу, Моисей служил Богу». И вот эта сестра, она очень расстроилась, потому что не было такой зажигательной, пламенной проповеди. И к ее большому удивлению, в конце этой проповеди ее муж вышел на покаяние, потому что он услышал слово о Царстве. Он услышал это слово о Царстве. И вот, друзья мои, на всяком месте, где возвещается слово о Царстве, первая проблема или первый барьер, или первое препятствие – это то, что есть духовное противодействие всякому духовному действию. Есть действие вот этого лукавого, который приходит и старается это слово о Царстве похитить для того, чтобы оно не принесло никакого плода. И когда приносит плод это слово о Царстве, оно приносит плод тогда, когда покаяние происходит, когда изменение жизни происходит, когда исцеление происходит, когда еще что-то происходит. Вот это есть плоды вот этой проповеди или слова о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. И знаете, друзья мои, есть те верующие люди, которые научаются как бы противодействовать
И они успешно проходят это первое препятствие или этот первый барьер. Их не смущает противодействие, даже если они где-то чувствуют в молитве или на служении какое-то противление, они проявляют твердость, они продолжают молиться для того, чтобы соединиться с Господом, и они приходят этот первый барьер или первое препятствие. Возникает второе препятствие. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Второе препятствие, друзья мои, которое мы очень часто не преодолеваем, оно называется очень просто, оно называется постоянство. Знаете, мы знаем, что когда Иисус был на этой земле, к Нему подходили люди, задавали всякие каверзные вопросы из Писания. Они задавали Ему, например, такой вопрос, как бы, какое самое главное, какая самая важная заповедь в законе. И мы знаем, как Иисус Христос отвечал. Я вот недавно слышал рассуждение, потому что вот евреев раввинов, им тоже задали вопрос и спросили, а какая же самая тяжелая заповедь в законе? Вот мы, читающие Слово Божье, какая самая тяжелая или трудная заповедь в законе? Что есть самое трудное или тяжелое? Суббота, обрезание, кашрут, что еще? Что самое тяжелое? К моему удивлению, они пришли к выводу, что самая тяжелая заповедь – это там, где вот написано, в частности, об обязанностях священника. Что, вот, например, мы знаем, что вот было святое, святое святых, и перед входом во святом святых, перед этой завесой, стоял золотой жертвенник курений, и было такое дано повеление и заповедь священника, что от Аарон и его сыновья на этом золотом жертвенником курении обязаны воскурять каждое утро и каждый вечер. Самые тяжелые, братья и сестры, это быть постоянным. Потому что, знаете, мы знаем, что были священники, были левиты. Левиты, они были такие, можно сказать, такие эмоциональные, потому что они составляли псалмы для воодушевления, для того, чтобы народ приводить к молитве. Они были, знаете, водимые вдохновением. Но священники не были водимы вдохновением. Священники должны просто были исполнять свою работу или обязанности. И вот представьте себе, вот ты священник на протяжении 20-30 или сколько лет, потому что в отношении священства нет ограничения. В отношении левитства есть ограничения, когда левит перестает нести служение. В отношении священства нет ограничения. И вот тебе уже 80 лет. Из этих 80 лет ты 50 лет делаешь одно и то же. Каждое утро и каждый вечер приходишь и совершаешь воскурение на этом золотом жертвеннике курений. О чем говорит Писание, братья и сестры, в частности, когда мы рассматриваем с вами вот этот золотой жертвенник курений, который находился пред завесой. Мы знаем, что находится за завесой. За завесой находится святое святых. И вот постоянство – это есть то, что, во-первых, поможет нам приблизиться к этой завесе. И поможет нам зайти туда за завесу. Если не будет постоянства, не перейдешь, не зайдешь. Постоянство – это очень трудно. Мы все движемся, можем двигаться на волнах какого-то вдохновения. Приходит какое-то вдохновение, приходит какое-то побуждение, и мы вот что-то двигаемся, мы что-то делаем. Но Писание говорит нам о постоянстве. И вот этот второй барьер, о котором говорил наш Господь Иисус Христос, он называется постоянство. Потому что он говорит такие слова, но не имеет в себе корня и какой непостоянен. И когда-то что-то случается, ты перестаешь чувствовать вдохновение. Приходят в жизнь твои какие-то испытания или трудности. Сразу начинаешь задавать вопрос, почему, зачем, Боже, где ты есть? А почему это случается? Почему я перестал тебя чувствовать? Почему у меня молитва не идет? Еще что-то. И вот нету этого постоянства. Человек складывает руки свои и думает, пойду ловить рыбу.
пойду заниматься своими делами, пойду бизнесом каким-то заниматься, перестану молиться, перестану Господа искать. Но почему-то не получается у меня это. Нет, продолжай это делать, прояви постоянство. Вспомни о тех священниках, которые каждый день, утром и вечером, совершали воскурение на золотом жертвеннике курений. Было у них вдохновение или не было у них вдохновения? Было у них желание особое или не было у них желания особого? Они понимали и знали, что это есть заповедь Господня. Они шли и просто это делали. И знаете, друзья мои, когда мы вот идем и просто что-то делаем, может быть, даже без какого-то особого вдохновения и без какого-то особого воодушевления, в какой-то момент времени мы встречаемся с тем, кто находится за завесой. Когда Господь тебе открывается и является, и дарует откровение свое. Так происходит, друзья мои. И вот даже когда вот мы прошли вот этот первый барьер, и научились как бы преодолевать вот эти духовные воздействия. И прошли мы второй барьер, и мы проявляем постоянство. Есть еще третья преграда. А посеянные в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Третья преграда или третий барьер – что когда ты познал Господа, принял вот это Евангелие Царства во внутренность свою, где-то получил утешение, где-то получил ободрение, где-то знаешь, что есть такое исполнение Духом Святым, где-то еще что-то, может быть, переживал в служении Богу. И вот ты успокоился или утешился и подумал о себе, ну уже что-то у меня есть. Что-то уже я приобрел, и когда я вот что-то у меня есть, что-то я приобрел, я могу обратить свое внимание или взор на что-то другое, что лежит в этом мире. И что-то другое, что лежит в этом мире, ты нашел, что есть обольщение богатством. И вот ты думаешь, ну, наверное, нужно какой-то бизнес запустить. И вот вы обратите внимание, сколько в этой стране есть хороших верующих, которые в свое время были употребляемы велико Господом, но не захотели в какой-то момент времени бизнес какой-то запустить. И вот когда они запустили этот бизнес, вот этот бизнес, обольщение богатством, как здесь написано, заботы века сего, они заглушают все то доброе, что есть во внутренности их. И оно не происходит каким-то, знаете, таким, резко. Оно происходит очень постепенно. И в какой-то момент времени, через на протяжении нескольких лет, человек обнаруживает, что все то, что он имел в прошлом, он просто потерял, и у него уже этого нету. И вот я хочу вам задать вопрос, как вы думаете или рассуждаете из этих трех препятствий, какое самое тяжелое? Или первое? Или второе, или третье. Если это противодействие каких-то духовных сил, если это то, что нету постоянства, или, может быть, это есть заботы века сего и обольщение богатством, что есть самое трудное и тяжелое, чтобы преодолеть его? Есть различные мнения. У меня мнения на этот счет нету. Я думаю, у каждого из нас на его уровне духовного развития что-то есть вот этим таким, знаете, непреодолимым препятствием. Знаете, друзья мои, я хочу, чтобы мы преклонили наши колена и чтобы мы помолились нашему Господу. Потому что, когда Иисус, Он говорил эту притчу, то смысл Его проповеди есть то, чтобы нам, верующим людям, даровать какое-то разумение и открыть глаза на некие духовные вещи, на то, что происходит в мире духовном, на то, что относится к внутренности нашей или к нашему духу. И если кто-то из нас нашел на себя, или же, что для него вот первое препятствие является непреодолимым препятствием, то давайте мы помолимся, чтобы Господь дал силы и мудрости, и твердости преодолеть
Если кто-то обнаружил, что не хватает ему постоянства, давайте помолимся о том, чтобы Господь укрепил силою своею для того, чтобы быть постоянным. Если же кто-то обнаружил себя, что, может быть, заботы этого века, обольщение богатством, они заглушают вот это слово о царстве или царство во внутренности твоей. Давайте мы помолимся, чтобы Господь открыл глаза, и человек увидел это и сделал определенные выводы в своей жизни. Пусть имя Божие будет прославлено в этом служении. Аминь.